удовольствием приветствую участников, организаторов и друзей конкурса. В непростых условиях праздник состоялся благодаря вам. В столь необычном формате своей особенности. Большинство записей произведены на хорошем технологическом уровне, хороших инструментах, что позволило по достоинству оценить исполнителей. Участники избавлены от сценического волнения, при этом нередко демонстрируют исполнительскую волю, артистическую подачу. Форма работы жюри, естественно, тоже претерпела изменения. С удовольствием не единожды слушала записи многих, не только с целью все услышать, все оценить по достоинству, но и с неподдельным интересом ко всему, от новейших произведений до небанальных концепций. Я поддерживаю предложение председателя жюри о расширении количества лауреатов. Хочется отметить яркие выступления, а таких оказалось немало. Подавляющее большинство участников представили весьма достойные записи, осмысленно, достаточно пианистично, с естественным ощущением музыки. Победили самые яркие, артистичные, концептуальные исполнения. Рада отметить, что выступили как уже знакомые нам участники по предыдущим конкурсам, так и новые замечательные исполнители. Прекрасно, что конкурс объединяет пианистов-любителей самых разных континентов и профессий. В столь непростое время состоялся праздник фортепианной музыки. Спасибо, участники, спасибо, организаторы, хранители, дело Натальи Добровольской. Мы все будем надеяться и верить в скорую встречу в концертных залах прекрасного Санкт-Петербурга.